от пациента Планова. Есть заключение другого МРТ-эксперта, кто проводил есть по нему спорный момент, оставил его в папке «Где МРТ» на Яндекс.Диске. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациента 37 лет, дата исследования, 27 сентября 2022 года, область исследования, головной мозг, срединные структуры головного мозга не смещены, боковые желудочки симметричны, не расширены, до 13 мм, третий желудочек 7 мм, четвертый желудочек интактен. Индекса Эванса 0,29. Цистерны основания мозга прослеживаются, не деформированы. Расширены переваскулярные пространства верхового Робина. Область турецкого седла не изменена. Гипофиз однородной структуры, в размерах не увеличен. Хиазмальная область без особенностей. Мастома, жучковые углы свободны. Сильвиевы щели и конвекситальные борозды прослеживаются с обеих сторон, минимально расширены. Участков измененного МР-сигнала в веществе головного мозга не выявлено. Ствол мозга без особенностей, мозжечок симметричный, однородной структуры. Церебро-спинальный переход без особенностей. Придаточные пазухи носа, в зоне сканирования, без особенностей. Заключение, МР-картина минимальных проявлений смешанной гидроцефалии. 31 октября 2022 года, доцент кафедры КМН, Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога: на мой взгляд, каких-либо очагов в головном мозге у вас нет. То, что по всей видимости приняли за очаги, это расширенные переваскулярные пространства верхового Робина. Также есть минимальные признаки смешанной гидроцефалии. Это не опасно, но может давать головные боли, чувство тяжести, неудобства в голове. Вам нужно к неврологу обратиться с этим.